Вот так вот поставили машины, что нереально пройти, не проехать. Вот. Машины рабочие, но закрытые, и открыть это дело нельзя. Можно всего лишь только посмотреть в таком плане, что там происходит дальше. Вот. Вот номер первого автомобиля. Вот номер второго. Здесь тоже закрыто. Никого нет. Тоже можете увидеть, как стоят автомобили. Они просто переграждают вход. Войти невозможно.